«Утро на Болткоме». Мы продолжаем «Утро на Болткоме» и сейчас поговорим о велодорожках. Самое время, самая погода, конечно же, ну, на самом деле весна пришла, и хочется уже прокатиться с ветерком, в том числе по улице Чака. В общем, о чем речь? Эксперимент с велополосами на улице Чака в столице продлится до сентября. И надо отметить, что такое решение было принято в Рижской думе, несмотря на опрос, проведенный департаментом сообщения той же самой Рижской думы. Опрос показал, что 65% респондентов считают, что велополосы на Чака создают трудности, 35% считают, что те же велополосы идут на пользу городу. С нами на связи представитель Рижской думы, член транспортного комитета Мирослав Кодис. Вчера этот вопрос как раз-таки обсуждался на заседании транспортного комитета, о чем договорились, к чему все это привезет. Мирослав, расскажите, пожалуйста. Да, доброе утро. Да, мы решили вчера продлить эксперимент на улице Чака до 1 сентября. В чем-то даже здесь есть, в чем-то здесь это и логично, потому что мы хотим посмотреть, как же эта велодорожка будет сосуществовать летом и весной, когда на улицах появится больше велосипедистов, потому что зима, наконец-то эта зима была такая латвийская зима, снежная, и не очень много было велосипедистов, поэтому... Плюс еще, конечно, ситуация с ковидом, поэтому были собраны данные, но они не совсем объективны, поэтому мы хотим посмотреть, как эта дорожка будет летом и сейчас, и весной, то есть до 1 сентября, до того, как дети пойдут в школу. Но во время этого эксперимента будем также считать и велосипедистов, и машины, и, конечно, смотреть, как общественный транспорт движется. Департамент транспорта установил несколько камер, это и на Лачпиша, и на Чака. То есть будем смотреть также, как, что находится, что происходит с улицами, близлежащими к Чака. И также до 15 июня департамент должен разработать свой план видения, что же будет вообще с улицей Чака и близлежащими, то есть это и Авата, и Барона, после 1 сентября, если, скажем, план А дорожка остается или план Б дорожка уходит. То есть вот сейчас это главная работа департамента, именно разработать, что будет происходить с этими улицами после эксперимента. Скажите, пожалуйста, невозможно не задать этот вопрос уточняющий. А перед тем, как эксперимент начался, в холодное время года, в снежное, в ледное время года, специалисты, в том числе, не говоря уже об общественности, говорили, ну зачем, ну давайте дождемся весны, тогда будем ставить эксперименты, когда люди реально будут ездить на велосипедах. На черт это делать зимой. А несмотря на эту позицию, несмотря на возражения экспертов, Рижская дума все равно эксперимент установила. Вы можете сейчас пояснить, зачем это нужно было? Потому что один из аргументов, который ну, вчера в том числе ваши коллеги высказывали, отстаивая позицию, что эксперимент нужно заканчивать и счищать велополосы, что организация движения зимой, в общем-то, привела к массе опасных ситуаций, вот это, в том числе сужение проезжей части. Так зачем нужен был эксперимент все-таки зимой? Я бы не согласился насчет опасных ситуаций. Зимой все было нормально, дорога чистилась, были пробки, небольшие пробки. Скажем, я смотрю вот статистику Рига Сатексма, пробки в основном после обеда, во второй половине дня, и то из центра в сторону Курцемса, то есть в сторону центра пробок таковых нету. Ну, это логично, как раз-таки вечерние пробки из центра, люди возвращаются в спальные районы после работы, даже сейчас, учитывая удаленку. Пробки, я могу добавить, самые большие пробки, это был декабрь до перед Рождеством. То есть, если мы сравнивали, скажем, март, опять же, и декабрь, то в марте, в принципе, опоздание было где-то в районе 2-3 минут, что Рига Сатексма говорит, это как бы нормально такое бывает. Плюс надо смотреть, что было на конкретной неделе, когда вот мы смотрели эту неделю, может, там был снег или дождь. Что касается, почему в ноябре, здесь, наверное, две как бы части, я бы сказал. Это, во-первых, чтобы понять, нужна ли нам велодорожка или нет, то мы должны ее провести, эксперимент, и зимой, и летом, потому что если дорожка будет, то она будет круглый год. Поэтому мы также должны, чтобы видеть полную картину, мы должны также понять, что происходит с велодорожкой зимой. Если это не было бы этой зимой, то это была бы следующая зима, но велодорожка была бы там зимой, и мы бы как бы данные бы собрали. Это первое. Во второе,
Так получилось, что ремонт на улице Чака заканчивался именно в ноябре. То есть это уже, ну, как бы это еще с предыдущей думы, когда шло вот это, вот этот, как скажем, график ремонта, что ли, и он в ноябре заканчивался. Поэтому перед нами стояла такая, как бы, стоял вопрос, либо мы делаем сейчас что-то, вводим новое, делаем велодорожки, смотрим, как это происходит, либо мы ничего не делаем и оставляем вот эти четыре полосы искусственные, которые были до этого, и ЦСДД, которая сказала, что это небезопасно, а четыре полосы там не может быть. Четыре полосы люди сами создавали, хотя они там по стандартам не должны были это быть. Это правда. Поэтому... Мирослав, да. Мы прервем немножко, у нас есть звонок, да, интересно. 67212-93-9, да, телефоны. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Вот, очень рад, что есть хотя бы один велодепутат в эфире. Скажите, пожалуйста, уважаемый Мирослав, а вы не думали, что сейчас движение в городе немножко меньше из-за ковида? И что когда все повезут людей, своих детей в школы, и когда все будут на работы, то весь город будет стоять в пробках. И вы будете все дышать этим смогом из пробок. Об этом вы, наверное, тоже не думали. А о том, что сейчас эта велодорожка была нужна зимой, чтобы посмотреть, ну, давайте сделайте мне снеговую дорожку для беговых лыж по всему городу. Это гораздо более экологично, чем велосипед. Почему нет? Да, спасибо. Вот такое саркастическое высказывание. Но, тем не менее, действительно, что касается ковидной ситуации, когда логично движение в разы меньше, чем, ну, скажем так, при нормальной жизни. Кстати, вот и написали нам, что сейчас, да, вот пробки во время пандемии даже появились. Ну, то есть аналогичный вопрос пришел на СМС. Знаете, наоборот, даже я думаю, хорошо, что мы именно сейчас вводим эти пробки. Люди, пробки, простите, вы меня запутались. Не пробки, а велодорожки, потому что люди будут привыкать. То есть люди уже, планируя свою поездку, скажем, в центр или куда-то дальше, они будут уже знать, что, скажем, вот там есть велодорожка. Я могу выбрать, может быть, другой какой-то маршрут. То есть, наоборот, может быть, и хорошо, что именно сейчас вводится. Безусловно, мы думаем, но мы же не живем на другой планете. Естественно, мы знаем, какая ситуация сейчас. И видим, и каждый день, и каждую неделю мы смотрим. Я лично смотрю вот эти графики Рига Сатекс, с какой остановки, где кто опаздывает. Мы это все обсуждаем. У нас есть рабочая группа, регулярно собираемся. То есть мы все это рассматриваем. Скажем, на улице Чака уже переделали немножко светофор, этот сигнал зеленого светофора, сделали так, чтобы более выгодно было для общественного транспорта, чтобы он мог быстрее проезжать улицу Чака. Безусловно, мы все на это смотрим. Лично для меня самый главный показатель – это именно общественный транспорт. То есть если общественный транспорт будет опаздывать, то тогда, естественно, я скажу, извините, никакой велодорожки. Но это не касается машин, как бы. Ну, машины всегда они есть и всегда они будут. И если будет на улице Чака 6 полос, то там все равно будут пробки, потому что еще больше машин будут туда ехать. Сейчас там одна полоса в каждую сторону, и это очень безопасно. Еще я скажу, что это очень безопасно для пешеходов. Я как пешеход, когда иду по улице, я всегда боюсь, что сзади меня какой-нибудь скутер налетит электрический или велосипедист какой-нибудь наедет на меня. Сейчас по улице Чака все они обязаны и должны ехать по своей велодорожке. Как хорошо, как замечательно, Мирослав, что вы сами подняли эту тему. Я напомню, с нами на связи Мирослав Курец, депутат Рижской думы, член Думского транспортного комитета. Мы обсуждаем велодорожки, организацию движения в городе. Телефоны прямого эфира 67212-939, 67213-939. И вот мой вопрос, в общем-то, в продолжение вашей фразы о том, что выходишь и оглядываешься, чтобы в тебя не въехал велосипедист или скутерист, так они не пользуются велодорожками в 100% случаев. И обсуждается ли в Рижской думе какая-то, не знаю, информационная кампания или иные решения этого вопроса воспитывать тех, кто пользуется этими видами транспорта. Потому что у меня, например, и у моих знакомых, мы просто недавно обсуждали, выработался такой условный рефлекс. Выходя из подворотни, оглядываться налево-направо, не мчится ли какой-нибудь лихой скутерист или велосипедист. Потому что, как правило, к сожалению, они наглые и по-хамски себя ведут. Абсолютно потеряли связь с реальностью, что они члены уличного движения, равны прочим. Ну, то есть, вот когда началась вот эта политика, давайте будем дружественны для велосипедистов, велосипедисты немножечко охамели. Я, в общем-то, к этому, бога ради, уважаемые велосипедисты, те, которые соблюдают правила и... в том числе правила хорошего тона, не обижайтесь. Ну, так и есть. Но, тем не менее, Мирослав, планируется ли какая-то такая воспитательная работа?
Но я бы не стал, во-первых, обобщать, что все велосипедисты такие. А я не обобщаю, что все. Среди автомобилистов. Да? Я сам тоже автомобилист, за рулем профессионально езжу. Я думаю, что также я среди автомобилистов есть разные. Да? Вне всяких сомнений. Также... Но я с вами согласен. Просто автомобилистов учат водить. У них есть правила, а велосипедисты и скутеристы, как правило... У велосипедистов есть правила, тут уже тогда вопрос полиции тогда, которая штрафует. Ну, для всех есть, даже для пешехода. Я как пешеход тоже не могу на красный идти, для меня есть правила. Что касается велосипедистов, я с вами соглашусь, что действительно они бывают. Я сам видел по той же улице Чака, а то он едет по велодорожке, когда красный свет для машин, он выезжает на пешеход вместе с людьми, переходит. Понятно, что такого должен быть порядок. Мы, как бы, во-первых, мы будем проводить такую как бы акцию, призывать вот именно ездить по велодорожке, это раз. Во-вторых, самые большие курьерные фирмы, это, наверное, у нас Bolt и Wolt, департаменту поручили написать им письма и как бы сказать, что, пожалуйста, вот у вас есть велодорожки, используйте их велодорожки, потому что это самое, наверное, большинство, особенно сейчас, велосипедистов именно с этих фирм, ну, курьерных, я имею в виду. Что касается других, ну да, но понятно, что мы не можем около каждого велосипедиста поставить по полицейскому. Но будем делать, будем смотреть. Но здесь я с вами согласен, что, как я сказал, что я как пешеход сейчас по улице Чака или по улице Лашпыша или по улице Дзырного, где у нас есть велодорожка, идя по тротуару, там, или идет, скажем, какой-нибудь родитель с коляской, я хочу быть уверен, что я безопасна, и на меня никто не наедет. Поэтому, да, и мы будем призывать велосипедистов использовать именно велодорожки, которые для них и предназначены. То есть, если они выезжают на тротуар, они нарушают. То есть, это однозначно, да? Если для них уже есть велодорожка, они едут по тротуару. Но это надо смотреть по правилам. Это я так вам сейчас не скажу. Ну, вообще, правилам. Так просто, и есть. Чтобы сделать ему замечание, можно ли делать замечание тогда? Если... В случае велодорожки он обязан перемещаться по велодорожке. Тогда, то есть, мы можем говорить, что, извините, у вас есть велодорожка, не мешайте нам идти. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Безусловно. Да, пожалуйста. Доброе. Скажите, а почему до сих пор не сделано обязательное ношение велосипедистами отражающего жилета яркого? Дело в том, что куча ситуаций, я водитель, я каждый день езжу. Каждый день черный велосипедист вылетает откуда-то, его не видно вообще, а если я его хоть как-то там ущемляю в чем-то, приключенными мною фарами, там еще всеми безопасными, все, что есть в машине, если я его как-то ущемляю, то я не прав и я плохой. Почему не сделать элементарные вещи, заставить всех носить жилетки? Спасибо, спасибо. Ну, мы с Рижской Думой никого не заставить не можем. Это уже парламент принимает какие-то определенные законы и нормы. Но единственное, что мы могли и мы хотим сделать, я тоже это говорил всю зиму, что раздавать, делать акции, раздавать хотя бы вот эти отражатели. Я с вами согласен, что это в первую очередь и безопасность самого велосипедиста. Если машина его сбьет, то он больше пострадает, чем машина. Поэтому единственное, что мы со своей стороны, мы можем только раздавать вот эти вот хотя бы для начала вот эти вот отражатели, чтобы велосипедисты были видны, и делать какие-то социальные кампании. Но это уже парламент должен тогда уже... Было бы, на самом деле, было бы очень неплохо, да, потому что велосипеды, как правило, в базовой комплектации оборудованы катафотами, но зачастую этого недостаточно. А еще было бы неплохо либо обязать, либо выдавать бесплатно звоночки. Потому что я честно не понимаю, что человеку мешает даже на велосипеде оборудованным звоночком предупреждать о своем приближении тех, кому ты в спину приближаешься. Ну вот опять же, я могу судить по себе, как и любой из нас. Когда я сажусь на велосипед, я понимаю, что приближаюсь к даме, к мужчине, к ребенку, к собаке. Мне несложно позвонить за звоночек, предупредить. Я еду. Носится же мимо вообще просто фью, пулями вот так, как запросто живешь. 67212-93-9, 67213-93-9, продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос: Заметанский мост по направлению к центру, поворот налево. Получается, что все поворачивают направо и начинают разворачиваться на Кришенбарна. То есть они практически делают тот же самый маневр, но только усугубляют ситуацию на перекрестке. Есть такое дело, да. И Кришенбарна. Это раз. И второе. Венебасгатова, улица Абалу, остановка троллейбуса 27-го была перенесена после реконструкции вперед напротив Хесбургера.
На практике получается, что все люди, которые выходят на этой остановке, идут в сторону Зепникалса через Венебсгатве. Они не возвращаются обратно на светофор. Если бы вернуть остановку назад, к кольцу раньше было, да, там, где знак, ну, старые пограничные Риги, да, то люди бы просто переходили бы нормально на светофоре, в том числе и дети, которые идут в школу. Угу. Спасибо за вопрос. Я думаю, прошлого созыва никак не могла решить этот вопрос, потому что были... Ну, огромное количество объяснений, почему это сделать нельзя. Понятно. Спасибо большое. Мирослав, вам есть что ответить? Смотрите, тема вышла за рамки велосипедного движения. Да, по поводу моста Заметана, знаете, ну, здесь немножко, да, мы сейчас с департаментом как бы общаемся по поводу этого перекрестка, поворота на Пернова, и в рабочей группе, которая, я сказал, по улице Чака вот работает, и в которой я тоже состою, я тоже несколько раз уже предлагал, что, возможно, открыв поворот на Пернова, часть машин будет уходить на вот у Валмерас, и тогда будет с Чака улица проще. Но вот департамент говорит, что просто открыть поворот налево нельзя, потому что это была черная точка, там было очень много аварий, когда при такой ситуации, как сейчас. То есть нужно перестраивать весь перекресток и делать отдельную секцию с отдельной стрелкой, чтобы вот, скажем, напротив, которые едут, они стояли, а налево уходили тогда машины на зеленую стрелку. Ну, то есть на данный момент решения нет, но ведется работа. Да, да. Мост Заметана должен будет быть ремонтирован, то есть реконструкция, да, планируется в ближайшие несколько лет. И вот вместе с этим тогда мне обещали, что будут рассматривать и этот перекресток. Будут мост ремонтировать, тогда, возможно, этот перекресток, потому что там старые светофоры даже стоят, то есть... Возможно, и перекресток вместе с мостом тогда реконструируют, и тогда будет, да, поворот налево на Перновос. Что касается улицы Абулу, да, я посмотрю эту ситуацию, я сейчас сказать не смогу, у нас есть комиссия, которая как раз занимается вот пассажирскими перевозками, я посмотрю эту ситуацию, я зафиксирую. Ну, вы отметили, хорошо, спасибо. Да, спасибо, у нас, к сожалению, показывает, что время закончилось, а очень много звонков, поэтому, наверное, мы вот, может быть, как-нибудь попросим Мирослава еще принять участие в нашей программе, потому что действительно очень много, ну, я понимаю... По организации транспорта, да, конечно, по ремонту мостов, улиц и общественного транспорта. Но есть ли вот возможность у людей, например, присылать вам, я понимаю, ну или вот в Рижскую думу свои предложения, замечания, вот уж как можно было бы улучшить ситуацию? Безусловно, мой email miroslavs.kodis@riga.lv, то есть имя, фамилия, Рига.лв. Я всегда призываю, чтобы мне присылали, что, потому что, сами понимаете, депутат не может и сотрудники не могут видеть все ситуации 360 градусов вокруг себя. Поэтому, безусловно, чего-то мы не видим, где-то мы что-то недосмотрели, поэтому я всегда призываю, присылайте свои комментарии, свои жалобы и так далее, мы обязательно все прочитаем, рассмотрим, поэтому, да, либо нам, либо в Рижскую думу, либо напрямую в департамент транспорта. Хорошо, спасибо огромное, спасибо Мирославу вам. Кудису, члену Транспортного комитета Рижской думы. Мы говорили о велодорожках, вообще об организации движения в городе. Совсем чуть-чуть нам удалось, но в продолжение, куда можно слать свои вопросы, можете обращаться и к нам. Честно, мы передадим. Угу. Ну, а сейчас впереди новости, после чего мы вернемся в студию. Утро на Болткове.